Новой Зеландии впервые запустили ракету с частного космодрома, а в США почетным дипломом наградили не только выпускника университета, но и его маму. Об этом и не только в нашем международном обзоре. Сверхлегкая ракета-носитель «Электрон» успешно стартовала с частного космодрома в Новой Зеландии. Она достигла орбиты через 2,5 минуты после старта. Ее скорость 27 тысяч километров в час. Новая Зеландия стала 11-й страной в мире, с территории которой была запущена космическая ракета. Королева Великобритании в детской больнице Манчестера навестила детей, пострадавших в теракте. Она пообщалась с пациентами и обсудила с ними концерт, назвав Ариану Гранде очень хорошей певицей. Елизавета II поблагодарила медиков за работу после трагедии на Манчестер-арене. Университет Южной Калифорнии присудил почетную степень матери выпускника. Джуди посещала все занятия со своим парализованным сыном. С ним пару лет назад произошел несчастный случай. Марти упал с лестницы. Его мама настояла, чтобы сын учился в университете. Так как Мартин не может писать, все тесты Джуди записала под его диктовку. Когда женщине вручали диплом, все родители и выпускники аплодировали стоя.